хочу такое интересное место показать. Сейчас мы находимся в центре Рима. Смотрите, видите, здесь дома стоят, высотки, да? Вот, высотки, высотки, высотки. И вот смотрите, здесь среди этих высоток стоит отдельный такой дом. То есть, я не знаю, ночью будет его видно, нет. Вот смотрите, двухэтажный домик стоит такой красивый, весь в зелени. Днем он очень красивый, в принципе, ночью он тоже красивый, но вся его изюминка заключается в том, что он находится среди обычных таких многоэтажных домов, то есть городских домов, в центре Рима, а он сам такая вот типа избушечка, если так можно выразиться. Внизу находится кафешка, а вверху находится комната, которая сдается, то есть апартаменты. Вот сейчас я вам их хочу показать. Пачангас, пачангас всем. Представляем вам Доменико. 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 Ага. I'm the owner of this place, special place. Владелец этого замечательного дома. Energetic place. Energetic place. Energetic place. Очень классная идея для создания этого проекта. Расскажи. Белиссимо. Грасса. Так. Марина, do you know to open this? Смотрите, друзья. Ступеньки, видите, какие тут у нас идут. Посмотрите, какой супер дом. Да. Вот такой вот фантастичный дом. Идея была создать. Это был его какой-то магазин здесь. Потом он решил сделать два этажа, и вот здесь апартаменты. Можно приехать, жить. В центре Рима, рядом с Колизеем. Прекрасный вид на храм, который называется Санта Мария делла Монти. Такой замечательный вид из окна. Да. Место. Вот так вот выглядит. Оригинально. Смотри, какая у него раковина здесь. Тоже древнеримская. Вот в этой, именно этой раковине умывался Юлий Цезарь. Вот именно это. Ну, мой... Тут даже можно готовить. Ну да, здесь все по современным технологиям. Кондишн. Холодильник. Холодильник, кондиционер. Видите, вот такие вот здесь. Здорово. Вот так. Самое интересное будет сейчас. Так. Ой. Так, это нужно покрутить, и эта штука должна превратиться в мост. А, в мост? Да. Ага. Ну-ка, давай. Который нас приведет в какую-то... В обратную сторону. Понимаешь? Подожди-ка секунду. Вот так, давай-давай. Тут ты просто откручивай. Не-не-не, обратно. Вот так, да-да, ага. Все-все, нормально, вот так откручивай дальше. Да. Да-да-да, вот так, правильно. Ты снимаешь? Да. Вот таким образом, друзья, смотрите, это происходит, видите? Крутишь вот эту штуку. Понто-веки. И вот такой вот понто-веки, да. Понто-веки – это мост. Далека, покажи, далека, смотри. Так, для эксперимента я должна ставить. Давай. Тут есть свет. Надеюсь, ты не провалишься. Все, давай. Так, мы попадаем. А здесь у нас есть... Сейчас я покажу, что здесь у нас. Смотри. Сейчас, секунду. Такая вот комната. И вот здесь вот душевая идет. Вообще прикольно. То есть, чтобы пойти в душ, надо мост развести. Как вот, в Питере у нас мосты над Невой. Да. Так здесь тоже. Вот так вот. Главное потом не забыть собрать, потому что не выйдешь. Придется ползти по этой лестнице. Да. Очень прикольно сделан. Мы в средствах безопасности, но никто не войдет. Так, здесь у нас уже как бы тупичок, розеточка, видите, есть, если надо вам подзарядить что-нибудь, пока в душе. Здесь такой вид из окна. На город. Вот такой вот оригинальный дом. Такой вот оригинальный дом. Да, да. Здесь тоже что-то интересное. Это что такое вообще? Это просто типа шкафчик получается? Шкаф. Это ага. Шкаф, конечно. Смотри, вешалки. Да-да-да, просто шкаф, точно. Вешалки. Супер. Открытый такой. А там еще есть второй этаж. И вид на звезды и на
видите, второй этаж. Открытый. Да-да, можно по. Но я ему говорила, там можно сделать лонч такой для отдыха. Угу. Да-да. Ну да, если лестницу просто чик. Да, и еще из бара туда сделать такую штуку, которая будет кофе-кофе. Угу. Типа как мост только такой, знаешь, подъем. Так, в записочку бросаешь кофе, плиз. Да, колокольчик, да, звонишь? Раз так поднимается из бара. А с этой стороны тогда уже выход в море надо делать раз. В море? Да-да. Вот так вот. Вот такие вот дела. Такой вот домик, да, вот так вот мы, друзья, в этом Риме и живем. Вот, бродим, ходим и находим. Вот. Система. Окна открывать не будем, но, в принципе, тут все понятно. Вот они, откроем. Вот, видите. Внизу такая улица. Центр города, как уже сказал. Метро, это называется Кавур. То есть здесь самое ближайшее метро. Это метро от Колизея. 5 минут пешком. Да. Что, пока выключаюсь. Стоит этот номер 120 евро. Правильно же? 120 евро стоит вот здесь поселиться в сутки, чтобы вот здесь жить. Условия такие, ну, своеобразные, видите, интересные. То есть чисто для оригинальности, если так можно выразиться. Потому что отдельный домик. И давай. А вот таким образом собирает мост. Ну все, ты будешь стоять на шухере, если что, будешь охранять мост. У тебя хорошо получается. Так, пойдем. Идем вниз. Смотреть, что там за оригинальный бар. Да. И сейчас, друзья, сразу покажу, не буду это видео выключать, сразу же покажу вам бар, который здесь есть. Здесь такие улочки, римские переулки. Как раз собрались друзья, сегодня пятница, ага. Собрались на аперитиво. Угу. Туса собралась, студенты, вечериночка, местные. Студенты. Друзья, студенты. Сейчас она. Вот, сэра. Здесь внизу у нас, видите, друзья, такой барчик идет, то есть кафешки, круассаны. Для экономии места. Прикрепленный, да? Ага. Да. Да. Это чисто его тема. Он его сам придумал, говорит, сам сделал, сам запустил. Вообще у него мечта, друзья, вот такие вот кафешечки, видите, сделать такие стеклянные кафешки, сделать по всему миру, чтобы они были полностью стеклянные. Такое своеобразное у него. Автобусе, да. Но раньше у него здесь было что? Магазин был. Магазин был раньше, да. Каждый день что-то новое здесь. Какие-то вечеринки на разных темы, на разных интересах. Ага. Например, приезжаете вы в гости и хотите на один день стать владельцем вот этого бара. Владельцем стать, да. Вы хотите сделать все по собственным правилам. Минимум. То есть, если ты хочешь сделать. Да. Шера? Шера. Угу. Можешь честь шер? Да, сейчас. У нас сегодня, друзья, просто нету третьего человека нашего, который на итальянском у нас хорошо говорит. Вот, поэтому мы тут. Да, пока.
Так, ладно, там у нас кухня идет. Что, пока выключаюсь? Сейчас здесь что-то интересное будет, покажу вам. Смотрите обзор того. Обзор того.